Уже 8 утра. Поезд у нас в 9:30, поэтому мы пойдем завтракать и на поезд. Так, мы находимся на вокзале в Неаполе, и сейчас мы первый раз поедем по Италии на поезде. Далее нам предстоит довольно-таки много еще таких поездок на поезде. Ничего особенного, но место, чтобы сесть, мы искали долго. Сейчас мы отправляемся в Рим. Мы уже нашли номер нашего поезда, все окей, осталось только подождать, пока этот поезд подойдет на колею. И поедем. Ехать нам 1:10, билет стоил, по-моему, я не помню, сколько он стоил, потом скажу, сколько он стоил. И сделаем небольшой обзорчик. Вот 24. Тут прикольно, есть такие стационарные показатели, где останавливается поезд. 27-й вагон. Смарт. Как дела, Лен? Ты расстроилась? Нет. Я же как раз не держание, мне надо с ней после туалета. Слушай, нам ехать 1:10. Я ж ничего, это ты расстроился. Кошку, да? Нет, ты как кошка. А как ты будешь снимать? Ты как кошка. Потом поменяемся, слышишь. Самые мажорные места. В тамбуре. Так вот и придется нам ехать. Все, Дима, бросит вещи. У нас самые лучшие места. А что ты уселся? А это? Что? Это что? Я спросил, ложись, ты сказала нет. Я не говорила такого, опять ты выдумываешь? Розетки есть внутри. Ага. Подножка есть. Сейчас сиденья двигаются вот так вот. Ну, в целом ничего особенного, да? Да. А, сколько есть. Табло. Как доехала, Лена? Уши только закладывала. Я быстро, даже поспать не успела. Даже поспать, да. Успела только. Я думаю, что в поездах надо есть и спать. Да. Может, еще фильм посмотреть, почитать. Мы посмотрели историю Рима немножко. Все, теперь познали, сейчас будем выбивать наше местное назначение. Посмотри, желтый дядька. Да, золотой. Сделала, полицай стоит, курит. Сколько людей из трамвая вышло. Ого, и тут. Да, нам направо? Да. Идем. Сколько у них народу на трамваях есть? Это капец. Одни людишки. Зато улицы большие. Мы уже прошли полчаса. Нам где-то пару минут, минут 3-4 осталось идти до нашего номера. Широкие улицы. Намного приятнее, чем в Неаполе, конечно. Тут ходить людей меньше, машин меньше, мотоциклов меньше, светофоры более-менее работают, грязи меньше. Вот так. Сейчас все четко. Да? Мы в Неаполе были в каком-то старом районе. Ну а здесь, наверное... Там все живут и друг друга на головах.
Может, в каком-то бизнес-районе, там, где высотки. Ну да, здесь тоже вообще... Тоже посвободнее и почище. Вот так вот почти все районы. То есть дома не слишком близко, пятиэтажки. Нормально. Что тут у нас? Живчик. Да. Для рывка. Да. 12 часов, мы еще не вышли с номера, нормально. Кушаем бутеры. То, что у нас осталось со вчерашнего дня. Вот. И пойдем смотреть на вот это вот. Вот тут такая вот кухонка. Это, наверное, на завтра уже накрыто. Наш номер вот там вот справа за стенкой. Мы вышли, сейчас двигаемся к Колизею. Я не понимаю. Что там? Они настроены на одном уровне, но все равно вот этот глаз ниже. Может, у тебя нос просто кривой. Смотри. Немножко? Что за магия? Да все нормально. Да я ж чувствую, что нет. В общем, вот на этом мы тратим время здесь. Уже час дня, Лена не может устроить себе очки. Посмотри. У нас по плану сегодня Колизей, потом площадь Испании, потом Пантеон, потом фонтан Треви, потом еще что-то, и потом пожрать, и потом обратно домой. Вот такой у нас план на сегодня. Фонтан Треви будет вечером. Все готово? Вроде бы. Поздравляю. Все, погнали. Мы находимся на фоне этого древнего сооружения. Оно чертовски большое, но и фоткаться на его фоне довольно-таки неудобно. Поэтому сейчас мы пойдем его еще обойдем и посмотрим, что это будет. Хватит позировать, это видео. Бесплатная водичка для хомячков. Остановись. И кино. Все, 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 ладно. Ну что, холодная? Ну, нормально. Нормально? Да. Да, попей. В общем, сразу же несколько заметок. У Италии первое – это не ездить сюда летом, второе – ходить тут в кепке, и третье – избегать людей. Их невозможно избегать, но это избегать рекомендация людей, гениальная. Да. И берите очки. И не покупать воду возле Колизея. Там перейти дорогу, и можно налить себе воды. Да, то Лена купила за 2 евро да воду. Короче, мы наконец-то отошли в более-менее тихий проулочек, здесь немножко поприятнее. Да, Хомяк? Да. Опять мне телефон забрала, машина едет сзади. Ну, это... Почему? Написано, да? Мы тут поставили только что. Да, одну грибну. Вот это Пантеон, походу. Смотри, какая попа. Наконец-то классное место, куда свободный вход. Сейчас мы пойдем. Just can't take it.
Куда мы пришли с тобой? На Макдональдс. Старый добрый Макдональдс. Мы будем сидеть и отдыхать, в общем, до вечера. Так, что можно купить в Маке в Риме? За сколько? Total 7,90 за 8 евро. В общем, меню стоило 5,60. А ну, фокусируйся. Тут написано, в общем. Вот. Вот этот бургер уже холодный. Это тоже. Короче, все остыло. В общем, это кола, картошечка и два это бургера. Это из-за того, что я типа ходила? Остыло? Не знаю. Нет, наверное. Просто он стоит 2 евро, а выглядит огромным, поэтому, наверное, его делают уже хреновым изначально. В общем, это дабл чикен барбекю. За сколько? За 2,30. А покажи дабл чиз рядом, вот так вот. А это дабл чиз. Дабл чиз тоже стоит 2,30. Дабл чиз тоже 2,30. Ну вот эта штука вкусная. Она очень вкусная. Да. А дабл чиз не такой, как украинский. Да, в Украине дабл чиз лучше. Вот. Так что, в принципе, посмотри даже сбоку, так если перевернуть его. Переверни свой так сбоку. Все, разные размеры. Угу. Мы покушали, иди сюда. Теперь мы с хомячком. Счастливы и довольны, да? Да, Макдональдс делает чудеса, и вообще еда делает чудеса. Но когда ты платишь в Макдональдсе, то тебе кажется, что оно того стоит, поэтому это еще приятнее. Это площадь Испании, а вот там вот непонятно какое скупчение людей. Сейчас мы пойдем узнаем, что там такое. Как у тебя, да? Похоже. У тебя тоже в платье в такое было штука. Что здесь такого? Непонятно. Одни люди и одни лошади. Прям запахло веной. Тебе вена не пахнет, дорогая? Немного есть такое. Немного есть, да? А вон я нашла, где пахнет веной. Вон? Ага. Все, детектор. Ну что, идем? Димас уже очень сильно устал, Лена еще идет, песни поет. Купили мне две футболки, потому что я не думал, что будет так жарко. Я почти не брал себе футболок, брал только две рубашки. И они на первый, второй день закончили. Этим Дима. О, кстати. Хелен и Матинчук. Вон она. Можно Энтони идем туда. Да, и мы сейчас идем домой уже потихонечку, такими окольными путями, но уже в сторону дома. Не знаю, слышно ли на видео, но там очень много птичек перенесет. Должно быть скучно, прям вообще. На улице уже темнеет, сейчас мы идем смотреть на фонтан ТВ и потом едем домой. Мы его уже смотрели, но сейчас посмотрим на него в темноте, да, Лена? Да. Лена у нас чемпион. Вашему вниманию. Фонтан ТВ! Прекрасное зрелище, прекрасное. Если бы не эта толпа... Людей. Это вообще не романтично. Одни люди. Людей больше, чем кирпичей.
В общем, одни люди, да? Ага. Ищем идет Бога. Да. Ищем пристанище, свой пантеон. И люди еще валят и валят. Сейчас сядем на метро и поедем домой. Покатаемся зато в метро. Завтра нам предстоит в Ватикан поехать тоже на метро. Вот. Да, Лен? Киваешь, это говори. Да я ж не Лена Навиганта, короче. Сюда? Там написано, куда мы едем, сколько он действует, когда пробился? 100 минут. Слушай, итальянцы в метро и в костюмах, это естественно, смотрится. Если бы у нас это зашло, было бы странно. Так, вот мы едем в метро, нам ехать минут 10-15. Так вот выглядит метро. Тут, в принципе, жарко, но кондеры работают внутри поездов. Довольно чисто, не воняет. Где мы живем? Это мой типичный город. За углом супермаркет. Классный подъезд. Миленькие ящички. Для почты. Так вот выглядит, когда мы заходим. Прихожая. Вот здесь вот классно очень спрятано. Умывальник. Холодильничек здесь. Печеньки. Здесь я утюг брал с утра. И не вернул, судя по всему. Вот так вот. Вот здесь наша комнатка. Кондиционер, телевизор, кровать. Все беленькое, красивенькое. Вот, ничего особенного. Утюг надо было вернуть, я не вернул. Положишь утюг? Вот туда наверх. Хорошо? Хомяк? Да. Я не знаю, есть ли тут кто-то еще. Может, завтра появится. Вот. 5-й этаж. И вот наш туалет с ванной. Горячая вода есть, шампуни даже были. Здесь окошко. Труселя. Сейчас мы будем смотреть футбол Украины, Италия. Вот это шмотки наши разбросаны. И завтра мы едем в Ватикан. Итак, у нас вечер. Леночка постит фоточки в Инстаграм. Вот наша добыча в супермаркете сегодня. Пивасик, мяско. Винишко и шоколадка. Вот этого я не подумал, что кто-то будет шевелиться. Ну, нормально, мы разлили немножко винишко. Как дела? Нормально? Нормально, я скинула рабочую рубашку, как использую. Она как раз этого ждала очень давно. Украина, Италия, играют в Генуе. Ну, туда ехать 2 часа на поезде надо было, и это сбивало все наши планы, поэтому я решил, в общем-то, не ехать. Ну, я не решил, но просто мы раньше придумали маршрут, чем сказали, в каком именно городе будет проходить футбол. Если бы в Риме проходил бы футбол, я бы точно пошел. Все, сейчас отдыхаем, у меня уже голос сел, ноги болят, я чувствую, как мне солнце напекло во все места. Купили мне 2 футболочки, так что будет в чем сходить. Ampi gesti, dice che non c'è stato alcun intervento falloso, ma Verratti rimane a terra. Karavajev, Marlos, inseguito da Chiesa, si rialza Verratti. Sempre Marlos, il duello in velocità con Chiesa. Marlos va via. Так, давайте коротко поговорим про поезда, которые есть в Италии. Значит, на картинке мы видим обычную электричку, какой-то региональный поезд, старенький, тащит там вагончики, там все просто, какие-то деревянные или металлические стулья,
В общем, далеко, долго на такой не уедешь, она постоянно останавливается на каждой остановке. В общем, обычная такая электричка. Перевозчик Трен Италия. Это как в Украине Укрзалізниця или в России, наверное, РЖД. То есть обычный какой-то государственный перевозчик, которому уже 100 лет. Так, здесь у нас Интерсити, тоже перевозчик Трен Италия. Между городами гоняет. Не быстро, не суперскоростной, но ездит такой классический старенький поезд, который там километров 100, наверное, может гнать. Также в Италии есть скоростные поезда. Как видим на картинке, Фреча Бьянка, это перевозчик опять Трен Италия, до 200 км в час между городами, быстро, раз-два, куда надо отвез, привез, отлично. Ну, естественно, если есть быстро, то есть и супербыстро. Фреча Росса, тоже перевозчик Трен Италия, 360 км в час может развивать этот поезд, супербыстро, тоже между городами, минимум остановок, в общем, топ. Сейчас на картинке увидим схему, по которой работает Трен Италия, то есть, как видим, большие города, минимум остановок, хорошая скорость и примерно одинаковые маршруты и остановки, что у Фреча Росса, что у Фреча Бьянка. Но что интересно, также в Италии есть какой-то частный перевозчик, который никак не относится к этим старым, и он работает только на скоростных линиях. Это Итало Трено. Значит, фирма, у них 35 городов они соединяют. Вот у них только скоростные такие поезда, которые развивают скорость до 300 км в час. То есть у них нету вообще остановок на каких-то маленьких городках. Только большая скорость, только большие города. И у них очень приятный сайт, то есть у них есть куча своих преимуществ. Они такие более современные и у них более интересные тарифы. Вот видим 35 городов, 41 станция. То есть в некоторых городах они останавливаются на разных станциях. Ну, это уже такие мелочи жизни. Итак, перед нами Трен Италия. Как видим, у них второй класс, первый класс и бизнес-класс. Все понятно. Итало назвала свои классы немножко по-другому. То есть это уже не классы, как бы, а это услуги, которые тебе предоставляют. То есть в смарте они пишут, что нельзя вернуть билет, поэтому это называется смарт. Ну, в общем, то же самое, что второй класс Трен Италия. Комфорт, видим, класс. Комфорт они назвали, то есть ты уже едешь чуть-чуть удобнее, но не факт. Можешь уехать также в смарте, просто ты сможешь вернуть свой билет. Бизнес-класс это, ну понятно, бизнес-класс это там одно-два сиденья, два человека отлично едут, никому не мешают и вам никто не мешает. По ценам, заранее если покупать, Итало, тариф смарт, отлично. У нас 3-4 поездки за всю Италию будут именно вот в этом тарифе смарт. Также у нас Итало будет один переезд по тарифу прима, потому что... Ну, потому что там разница была в пару евро между смартом и прима, а интересно посмотреть, что же это такое. В Трен Италии мы будем на Фреча Бьянке один раз ехать между городами вторым классом. Вот так вот.